продолжаю. Ты мне говоришь, что случилось? Чего? Что случилось-то? Мама болеет, Лена до дома добирается. Офигеть. Она говорит, мне бы твоя помощь сегодня понадобилась, прийти. Я говорю, сказала бы, тебя оставишь. Ну да, что ж ты не сказала. Ну ладно, что ж ты делаешь. А Зина Анатольевна сказала подойти завтра в 10 утра и все. И комиссию назначит мне. Понятно.
Да. Если не подадут, только отдать, да? Да. А если маме подадут, ничего страшного? Да нет, ничего. М? Да нет, ничего, нормально. М. Я вот ездил в эту субботу. М? Я в субботу ехал, там в Аксакове. Нет, Федюково, это недалеко от Расторгуева. Расторгуева? Слушай, давай посмотрим. Ладно, посмотри пока, как будем ехать там с пробкой. Нормально. Ну кто там? Да я бы, я думаю, свобода будет ехать. Хорошо, я отправляю.
спину подкашивается. Старый автобус такой отставить. Ну, это же не старый автобус. А неудобно так ездить. А так? Вот. Угу. Что?